Здравствуйте, уважаемые болельщики! Это очередной выпуск Пари Толк. И сегодня мы узнаем, насколько хорошо наши горожане знают хоккейную экипировку. У меня в пакете три наименования формы. Это шлем, крага, ракушка, ну или раковина. Пойдемте. Никакой шутки нет? Нет, не переживайте. Не укусить? Не бойтесь, ничего страшного нет. Засовывайте руку, угадывайте, что это такое. И будете говорить. Давайте. Перчатки, что ли? Это очень просто. Это перчатки. Эти перчатки. Ну, они не перчатки называются. К. Кра. Ну, да. Вторая буква угадана, поле чудес пошло. Это можно краги. Две руки засовывать? Я хочу сказать краги. Даже три. Краги, правильно. Все правильно на букву К. Краги, что ли? Да. Крага. Теперь твоя очередь. Что взял? Большой такой. Вот это каска. Нет. Что вот это каска. Что и как можно по-другому назвать? Это этот. Вот. На голову одевается. Каска или как она? Так, это шлем. Да, все правильно. Шлем. Да, доставай. Все, теперь двумя руками по одной руке каждая засовываете и угадываете, что это. Угадывайте. О, боже. Наколенник. Нет. Все почему-то наколенник говорят. Это что-то защитное тоже. Но что-то мягкое, да. Мягкое? Я не знаю название. Ну, то что это как? Давайте подумаем, что это может быть. Ну, это не обувь. Вот сюда, на локоть. Я тебе скажу так, у женщин этого нет. Между ног. Чем отличается мужчина от девочки? Самое основное твое, что вот в жизни? А может это на колени? Нет. Там есть пояс. Ракушка! На ракушку похоже. Ракушка, правильно, смотри, сразу достал, да. Это велосипед, да, защищать, правильно? Велосипедный. Спасибо вам, благодарю. Не знала, вот теперь знаешь.